Продолжая рассказ о парках штата Виктория в Австралии, нельзя не упомянуть такое интересное место, как национальный парк Organ Pipes National Park, парк органных труб. Этот парк выделяется среди других своими базальтовыми колоннами, более 20 метров в высоту. Более миллиона лет назад здесь было извержение вулкана. В течение нескольких лет лава стекала в ущелье и застыла в весьма причудливой форме вертикальных труб. Плотно стоящие друг к другу, эти колонны назвали органными трубами. А вместе с ними и сам национальный парк получил такое же название. Как и у настоящего органа, есть здесь и клавиши, правда причудливой, шестигранной формы, и стена, напоминающая пульт управления. В общем, так и кажется, что из зарослей выйдет маэстро исполин и исполнит торжественный гимн Земле. Чем мне нравятся парки Австралии, так это тем, что наряду с нетронутостью природы, все здесь продумано для отдыха людей. Обустроенные дорожки, зоны отдыха и информационные таблички. Пройдя дальше вдоль берега ручья и налюбовавшись прекрасными видами, оказываемся возле еще одной достопримечательности парка – Rosset Rock. Это тоже скала из застывшей лавы, украшенная большим, причудливой сферической формы камнем, похожим на цветок. Вот
такой это прекрасный парк, наполненный щебетом птиц, журчанием ручья и, кажется, слышимыми звуками гигантского органа. Время, проведенное в парке, пролетело незаметно, и от прогулки остались самые приятные впечатления. Благодарю вас за просмотр, и если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. До свидания.